Михаил Жванецкий сказал как-то: очень мало осталось ветеранов войны, и тем более ценны воспоминания детей войны. К этой категории относился он сам, так же, как и мой отец. Память иногда горчит, будто последняя капля водки в стакане. Как резко оборвалось тогда детство. Южная ночная прохлада морского городка приятно навевала сказочные мечты прилетевших снов. Сколько интересного еще казалось впереди. Днем, в воскресенье, мы все поехали на аэродром. На воздушной прогулке. И так красиво с высоты птичьего полета смотреть на пролив. Очередной самолет приземлился, а следующий уже не взлетел. Над городом кружились одни птицы. Это было 22 июня 1941 года. Золотые.